Дорогие Трухан, Максим и Лена, мы хотим поблагодарить вас здесь из Кении, из Африки, за ваш вклад в миссию. Спасибо вам за мотоцикл, который вы благословили епископа Клеофас, потому что на момент, когда записывается это видео, этот мотоцикл, он уже был в нескольких миссионерских поездках, он уже открывал несколько церквей, он перевозил нашего епископа в Пакот, где были открыты несколько церквей, а также он отвозил одежду, он отвозил медикаменты, он отвозил обувь. Этот мотоцикл, он был арестован полицией за то, что на нем ехало превышающее количество миссионерской команды. Нам пришлось этот мотоцикл уже освобождать. И все, конечно, закончилось великолепнейшим образом. Этот мотоцикл на самом деле, он служит для Царства Божьего. И мы хотим выразить вам огромную благодарность. Спасибо, что вы являетесь частью того, что Бог делает здесь, в Африке. Мы все имеем за это награду. И мы верим, что эта награда, она также принадлежит вам за ту жертву, которую вы делаете для Царства Божьего здесь, в Кении. И особенно в племени Пакот, где служит этот мотоцикл. Пусть Бог вас благословит. Мы молимся за вас, мы любим вас, мы очень ценим отношения и дружбой с вами, и мы верим, что когда-то будет время, когда вы сможете приехать сюда, в Кению, и все увидеть своими собственными глазами. Благословение. Да, так что эта семья, она служит вся Господу, и это очень замечательные люди.